О, какой красный. Туалетом пахнет. Всем привет! И вы на канале Сестричек! Нам на Рождество подарили вот такие вот подарочки. Вы, скорее всего, знаете, что там. Там слаймы. Ну, вернее, их нужно делать. Мы их еще не открывали и хотим это сделать вместе с вами. Что открываем? Как я его открываю? Здесь надо покрутить. Как? Вот это да! Ух ты! Ребятки! Это контейнеры для слайма. Это инструкция. Смотри, какие цвета можно сделать. Во, посмотрите, двухцветные. Трехцветные. Трехцветные. Тут стаканчик. Посмотрите, какая прикольная какашечка. А вот здесь вот инструкция. Ага, все понятно. Это Unicorn Crunch. Sparkle Unicorn Magic. 2019. Это ароматизаторы. Это краски. Порошочки. Это да. Порошочки. Одни разноцветные, и вот такого цвета будет слайм. Здесь есть мерный стаканчик. Ложечка. Все, Татьяна, и здесь эти штучки для слайма. Здесь разные наполнители. Ну что, ребятки, сейчас мы будем делать слаймы. Так, сейчас я выберу, какой я буду делать. Так. Посмотрим, что здесь есть. Где она? Вот. Пенопласт. Ароматизаторы невкусно пахнут. Они очень резкие. Туалетом пахнет. Я буду делать розовый слайм. Я буду делать желтый. Мой любимый цвет. Мне нужен стаканчик. Можно взять какие-нибудь блестки. Наливаем 15 миллилитров. Теперь нам нужно добавить в другой стаканчик. Теперь наливаем водичку. А я уже размешиваю. Закрываю и перемешиваю. Маргарита добавила ароматизатор и запах ужасный. Да. Ну такие запахи, знаешь, дешевых духов. Могли бы сделать какой-то запах, не знаю, поприятнее, ароматизатор добавили, а может какие-то фрукты. Да. Честно, вот запах вот дешевых духов. Прям вот у Ксюшки очень красиво получается. Потому что понюхай вот этот. Лопаткой мешай. Понюхай вот этот ароматизатор и понюхай этот слайм. Нет, лучше пускай слаймом пахнет. Ну, размешивай, посмотрим. Вот. Мне ни один не нравится. Это прикольное. 12 слаймов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. 12 слаймов, 12 контейнеров, где можно хранить. Ну, это очень удобно, да? Еще вот эта вот какашечка здесь есть. И разные блесточки. Появляется слайм. Если бы он еще не засыхал, было бы вообще супер. А у тебя что-то? У тебя, по-моему, слайм под цвет вот этой вот коробочки, да, твоей? Под цвет стаканчика почти. Получился. Можно мне его брать в руки? Попробуй, если она не прилипнет. Нормально он же. Тут мишки какие-то. Можно потом смешать, да, их? Да. Их цветные сделать. Я сделаю розовый с фиолетовым. Смотри, зеленый какой красный должен получиться. Ага. Какая баночка у тебя из этого? У меня бутылочка. От этого слайма какая? Вот это? Нет. Цвет хоть подходит? Я еще один раз. Еще один сделаю. Посмотрим. Тянется хорошо.
Липнет к рукам? Немножко. Только руки теперь у тебя перламутровые тоже. Mm-hmm. Еще один будешь делать? Да. На, ты в своем стаканчике, в другом. Он какой-то все равно липкий, смотри. Да. Вот эти руки пачкаются. Странный какой-то. О, какой красный. Я ничего не добавлю. Ничего не добавишь? Потому что я хочу, чтобы он такой красный был. Ну что, я свой слайм пока положу в контейнер. И буду делать другой, фиолетовый. А почему другие закрываются хорошо? Смотри. А этот нет. Вот. Теперь я буду делать фиолетовый. Этот. Все, что получается. Получился слайм у Ксюши, но он жесткий, он не тянется. Надо пасту. Принеси зубную пасту, и мы его переделаем. Знаете, ребят, мы сейчас будем спасать наш слайм, потому что это вообще ужас. Он не тянется, он рвется. Да. Смотрите, это же не слайм. Не добавлять спарка. Это вообще не слайм. А, смотрите, что с моей рукой вся блестит. Уша решила еще пенку добавить. Он тоже какой-то, как будто кашится, не особо тянется. Я думаю, в него тоже нужно будет добавить зубную пасту. Ой, вот этого лучше консистенция получилась. Этот высох. Мой слайм высох. Что, жесткий? Угу. Этот немножко, знаете, похож на Play-Doh. Он такой вот мягенький, как пластилин. Эти слаймы, они же делаются... У этих слаймов у них же совсем состав другой. Да. Они же не делаются из клея. Зачем? Ну вот, уже начинает совсем густеть. Вот так вот. Ну, ладно. Меня. В общем, пускай они лежат, потом вам нужно будет добавлять еще пенку. Он крутой? Да, намного ты лучше. Ты добавила пасту и... Пасту и пенку. Что такой маленький? Да. Ну, собери чуть по краям. Не, тебе пасту добавлю. Ну, могу сказать, что он стал, конечно же, лучше, он стал мягче. Ого, что это за слайм? Не могу сказать, что он прям тянется как слайм, он все равно рвется. Но он стал такой, да, ну тоже похож на пластилин чем-то. Ой, как вкусно пахнет. Еще один загустеватый. Что-то он жидкий. Да. Да. Он точно там у тебя загустеет. Да. Добавим пенку. Давай другую. Давай другую. А-а-а! Как пахнет жвачкой. Осторожно. Вы перепутаете слайм с жвачкой. Вкусно, да? Жвачкой прям пахнет. Вот такие вот надо ароматизаторы добавлять, а не всякую ерунду, которая не знаю, чем пахнет. Тебе еще нужно, по-моему, пасты добавить или нет? Чуть-чуть. Какой-то он все равно жестковатый. Ну-ка, покажи. Ну вот, уже лучше. Вот, ребята. Такой вот слайм. Вот, нет, почему он? А вот красивый. Какой ты цвет делаешь? Какого это цвета? Это оранжевый. Со звездочками? Да. Мама, я этот белу добавила. Угу. И юникорн. Мама. Потом будут... Угу. Потом будут у тебя руки перламутровые. Ну, на некоторое время. Добавили зубную пасту вот в этот слайм. Смотрите, как он тянется хорошо. В общем, без зубной пасты не обойтись, я так поняла. А почему-то у Ксюшки не получается все равно. У нее слайм больше похож на пластилин. Ксюшин слайм. Он все равно еще похож... Что, у меня тот же самый цвет? На пластилин. Ксюшин слайм. Все равно он рвется, хотя добавляли зубную пасту и пенку добавляли. Вот такой вот
Немножко липкий. А у меня желтенький полетелся. Получился? Вот такой вот у меня еще получился. Золотой, с блестками. Вот так вот он тянется. Конечно же, нехорошо. Я добавлю зубную пасту. Ну что, ребятки, заканчиваем делать слаймы. Вот такой вот слайм у меня получился. Очень красивый цвет. Вот такие вот цветочки. Смешиваем. Они не колят. Не колят. Немножко. Ну а на сегодня все. Если вам понравились наши слаймы, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! И увидимся в следующем видео. Пока-пока!